Французская компания розничной торговли Carrefour и крупнейшая британская розничная сеть Tesco объявили о планах создания долгосрочного международного закупочного альянса. Договор будет, в частности, охватывать стратегические отношения с поставщиками, а также совместную закупку товаров под собственной маркой. Во французской компании заявляют, что соглашение о партнерстве с Tesco позволит обеим группам улучшить ассортимент и качество своих товаров, цены на которые еще больше снизятся. Ожидается, что соглашение о сотрудничестве будет подписано в течение 2 месяцев.